Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим 2016 годом. Желаем вам новых достижений, всяческого успеха в новом году. И всегда-всегда рады вам у нас в магазине. Приходите, мы вас ждем. Новоричный арт. Смотрите, вот эта книжка, вот это вот Санта. Дети любят, безумие любят. Тут Санта вот пришел, оно все тактильное. То есть оно все пушистое. Вот, потом он поехал на санях. Тоже оно все тактильное. Вот тут вот. Вот. Дальше он идет под крышу. Подарки разносит. Наконец-то он пришел, где часы бьют 12. И он уже прячет подарки для всех деток. Невероятно что-то. Ну и все, свершилось. Волшебное вещество. Да, она просто действительно волшебная книжка. То есть просто хочется дарить именно праздник. Тут есть и с окошками, есть для деток с тактильными вот такими вот всякими мягенькими рукавчиками. Пик-кабу, ку-ку. Пик-кабу. Да, вот. И детки рассматривают, они любят. Тут нос такой плоский. Потому что это действительно такие любопытные книги, которые могут просто привить ребенку уже любовь с самого маленького возраста к книжкам. Правильно же? Вот. Ну, мы просто их очень любим, книги. Везем отовсюду. Там идеи, да? 400 да, идей. Да, там круто, что есть вот эти вот. Смотрите, можно мастерить. Причем мастерить из всего, чего только вы вздумаете. Из шишек, из конфеток, из прищепок, если есть. Посмотрите, какие замечательные вещи получаются. Если вы возьмете в парке, найдете сосновые веточки и... Ой, мы это обожаем. Скрутите, и все. Вот. Так. Мишка пьет чай. И тут именно так пальчики. Пряничный человечек, ему надо пуговку дорисовать. Пингвинчику. О, да. Рождественская игрушка, открытка своими руками, смотрите. Это вот такая книжечка, тут можно будет сделать рождественскую открытку. Вот такое вот, да. Вертеп, да. Представляете? Пышка. Подарки для мальчиков. Это вам подарочек. Нас. Спасибо большое. Для Ромы подарок. Да, это для Ромочки подарок. Книжка, пышка. Девочки. Мы за умные книжки, которые вот должны быть у наших детей по доступной цене. Смотрите, ну вот такие вот как бы. А там еще есть вот эта книжка. Это фон. Поняла, это история о Рождестве. Эта книга принадлежит с Новым годом.